Всем привет! Вы на канале Марина и Цветочные Друзья, и мы с вами сегодня на выставке в Галактике. Итак, 20-21 апреля работает выставка в Галактике. Это торговый центр по улице Уральской, поэтому здесь рабочий день до глубокого вечера, соответственно, и выставка тоже работает до 8 часов вечера. Мы с вами сейчас на рабочем месте Насти Лазутиной, и я показываю вам цветочки, которые Настя сегодня привезла с собой. Это вьющийся антуриум. Филодендрон, Голди Фанбан. Это он, да? Голди Фанбан, да. Что растопыривает так сильно-сильно лист. 500 рублей. Я думала, что это антуриум. Нет. Угу. Рядышком яркая Птенанта Опенгейма, варегатная, 800 рублей. Посмотрите, какая актинанта. Вообще листики раскрашены, как остроманты, да? Ой, какая красавица. Сколько она стоит? 800 рублей. Опенгейма варигата. Актинанта. С ума сойти, какая красотища. У Насти всегда много таких эксклюзивных цветочков, которые приятные посмотреть и купить, потому что цены тоже приемлемые. Фикус афганика 400 рублей. Посмотрите, какой красавчик. У нас еще интересный сегодня есть такой инжир варигатный. Хотелось бы его тоже вам показать, но не знаю, как это получится, потому что сейчас съемку делаю до начала рабочего дня. Фикус эректа 700 рублей. Вот, девочки могут подобрать такую подсветку, что растения просто исключительно красиво окрашиваются. Молодцы. Алоказия адура. 1800 с варигатностью вот такой. Настя подставляет еще цветочки. Вот там я вижу бегонию тростниковую Little Brother Montgomery. Алоказия с огромными листами. Листья будут большие и темные. Стоит она, сейчас посмотрим, 1000 рублей. 1000 рублей. Тебе подходить не буду. Там 1400, 1900 это важно. За что ты мне так не любишь? Что? За что ты мне так не любишь? Почему подходить? Филодендрон хидерациум варигатный 1000 рублей. Посмотрите, у него листья будут большие, он вьющийся, красивый. Красивый. Вот здесь у нас все малыши. Малышата. Я не знаю. Вижу интересную алоказию. Жаклин 600 рублей. Посмотрите, какая хорошенькая. Красавица? Малюсенькая, но уже полностью оформившаяся. Такие они мне напоминают дракончиков. А сейчас, когда я смотрю на малышку, вспоминаю змеек. Вот вы видели маленьких змеек? Маленькие змейки. Абсолютно такие, как большие, так и тут. То есть прямо не отличается. Так и здесь маленькая алоказия. Абсолютно такая, как большая. Размерами отличается, но если камеру приблизить, прямо будет один в один. Вот такой фикус иволистный. Не хочется мне его вытаскивать, потому что очень тесно тут все стоит. И среди фитоний, которые вы уже видели, вот такая фитония. Розовенькая, прирозовенькая. Здесь тоже много интересного. Сейчас покажу интересный сингониум. Милк Гофра 1000 рублей. Вот такой сорт. Действительно в складочку, поэтому и гофра, наверное, да? Это он маленький в складочку. Вырастет вообще под формой складочки. Да? Красивый? Красивый, белый. Белый, красивый, складчатый. И такой игра цвета на листиках. Красотень. Просто красотень. Триангулярис 400 рублей, уже такой росненький кустик, красивый. Вот наша бреверимоза, парочка бреверимоз. Ой, боюсь брать. Вот так покажу. Они такие нежные, что боюсь сломать. Кто-то спрашивал вьющиеся фикусы. Вот он, дуболистный фикусеночек такой. 300 рублей. Привет. Привет, Ань. Ты где? Ты сегодня? Да сейчас приедет. Муж приедет.
Как мы тебя старались ждем. Раньше приехать, никак. Мы тебя уже ждем. Мы стояли опять полчаса на входе в Краснодар. Бесит меня этот Краснодар. Аббавата Альба, сплэш, 450. Дорога, да, сейчас начинается сезон машин. Это просто что-то с чем-то. Пол седьмого утра уже не проедешь. Банана 1800. Послушайте, какая она красивая. Вот кому-то сегодня повезет, кто ее купит. Я просто не могу налюбоваться этой Диффенбахией. Ну, вот на данный момент, на мой взгляд, она прямо, ну, самая красивая. Ну, самая-самая красивая. Сингониум Лава 600 рублей. Марантовые очень красивые, очень интересные. Калифа такая белая. Не, у меня нету калифа. Это фикус. Фикус, орех. А орех это такой, ну, такой яркий. Молодец, запестрел. Добросовестно. Блин, если бы знала, я чуть-чуть тебе за какие деньги выписываю. Вот такой папоротничек пестренький. Это досада. Такой он весь кудрявый и расписной, очень красивый. И сегодня Настя привезла много агланем. Сейчас тоже покажу цены. Винтаж. А, вот он, винтаж, 600 рублей. Вот такой красивый папоротничек. И асплениум тоже вот здесь есть. Голд сатин. Сколько он? 800 рублей. 800 рублей. В прошлом или позапрошлом году они стоили по 2500-3000. Сейчас уже подешевели. Интересная монстера. Посмотрите, какой лист. Огромный, огромнейший. Просто огромнейший. Не знаю, сможем ли прочитать название. Это Фридрихшталя. 600 рублей. 600 рублей вот такая. Там кусочек стебля. Корешки уже видно, а ростик еще не пошел. 400 рублей Милинони. Филодендрон Милинони. Ну, на вид очень даже привлекательный. Даже у малыша листики такие. Просто загляденье. А будет взрослым, наверное, еще красивее станет. И вот агланемы. Частично буду показывать. Панама Ред 1800. Гляньте, какая прелесть. Но прелесть, издали на нее смотрела, она просто притягивает взгляд своей яркой полоской в центре листа. И кажется таким прямо очень симпатичным. Ну, не кажется, она и есть очень-очень симпатичный сорт. Давайте еще розовенькую вытащим. Просто агланемы без названия. 1600. Вот такой сорт. Но все-таки, вот как бы мы с вами не говорили, что и зеленые это они, и не капризные, и сговорчивые полностью, и кусты быстрее наращивают. Но рука тянется к красненькому. Вот. Прочитали название? Вот такой внешний вид. Кстати, тут же стоит еще и филодендрон с огромным листом, посмотрите. Мэджик какой-то. Не буду тянуться. Сейчас, если увижу, назову. Маджестик, 1000 рублей, маджестик. Я тут вообще кружу. Овервайт 1500. Овервайт. Шкура дракона. Диффенбахия продается. Ну и, конечно, я вам не все цветы показала, а так на какие в кадр попали. И следующее у нас тоже очень расписное рабочее место. Это место Стеллы. Стелла, вы же знаете, приезжает с сансевьериями. Что вот так я пройду, покажу немножко сансевьерии. Посмотрите, какая поляна самых-самых разных сансевьерий. Цены тоже самые разные.
Golden Wendy. Вся закрученная, закрученная розеточка. Кордова. Ханни Грей. Стар Роуз. Когда она взрослая, она действительно складывается как розочка. Габриэлла 1100. Вот очень симпатичная, кстати. Посмотрите, я уже... И тут большие кусты тоже есть. Ну, номера... Настя свой номер телефона не сообщает. И могу написать только страницу в Одноклассниках, а у Стеллы номер телефона есть. Пагода Стриата. Посмотрите, как красиво окрашено. И вот рядышком Денис, тоже яркая. Интересно. Ну, тут на каждую сансильерию смотришь, и каждая нравится, каждая красива. Много варигатных розеточек есть, всякие разные пестренькие с пестротой. И еще раз повторю, это рабочее место Стеллы. Тут Катя со всевозможными вспомогательными удобрениями, ядохимикатами, антистрессами и так далее и тому подобное. И сейчас у Кати уже появляются и стаканчики, и лесенки, и удобрения в бутылочках, и все, что может пригодиться цветоводу в его обычном рутинном труде, ну, чтобы он стал поприятнее. Вон там, видите, какие лесенки Катя перебирает, там близко подойти не могу, тут покупатели уже стоят, хотя это, не знаю, это, наверное, участники, да нет, покупатели уже появились, хотя на сколько времени сейчас, не вижу сколько времени, но, по-моему, еще не 10 часов, то есть обходными путями как-то смогли пройти к нам сюда. Следующее рабочее место, на котором много ароидных растений. Тут была визиточка, если нужно, мы покажем. И здесь продаются всевозможные сингониумы. Диффенбахии на заднем плане. Представители семейства марантовых. Давайте то, что к нам поближе, мы посмотрим цену. А мы не посмотрим, а тут нет цены. Ну, это маранта. Какая-то маранта. А сколько, скажите, вот такая маранта? А цен, а название? Лимон лайм. Лимон лайм 500 рублей. Вот это арбифолия, да? Да. А цена? Это 500 уже. Тоже 500. Арбифолия есть поменьше. Арбифолия 500 рублей и есть кустики поменьше. За 300 можно. Угу. За 300 рублей арбифолия. Вот это наш Goldilocks старосер, да? Малайский. Или... Ну, малайская зона. Ага, малайская зона. Да, кто как. Это 300, 200. 300, 200, то есть уже совсем недорогие. Совсем, да, совсем недорогие. Да. Это? Это филодендрон Плута. Плута. Как зеленая карамель его называют. Да, да. А сколько, да, стоит? 2000. 3000 такой. А, 2000. Прибавили. Ага, да. А вот я увидела как раз аглоанему, которую многие искали. Это Суматра. Да? А цена у нее? 2000 стоит вот такой кустик Суматры. Смотрите, кто искал. А как вас зовут? Марина. Марина.
на цветочном месте Марины, рядом с Катей, у которой удобрения и всевозможные там химикаты. Видео постараюсь сейчас сразу выставить первую часть, чтобы вы успели к нам прийти. Ну, вы успеете, если не в субботу, то в воскресенье, потому что у нас выставка работает 2 дня с утра, вернее, с 10 дня уже и до глубокого вечера. Растения самые разные, Вот я в прошлый раз, когда снимала, у меня спрашивали, а чьи суккуленты? Не Ирина, а Гульян. Вот здесь как раз Ирина Агульян. Это знакомая наша Людмила, Люда. Вот Ирина. Сейчас покажу вам, какие у Иры здесь на столике цветочки. Суккуленты какие. Эониумы. Вот этот красивый эониум, у него такие мелкие розеточки, его можно, да, его можно сформировать как такой мини-бонсайчик. А сколько стоит? 350. Но Ира говорит, что уместен торг, то есть немножко скидочку делают покупателям всегда. Вот такая красота. Мохнатенькая прям. И есть красула, которая красиво окрашена на кончиках. 200 рублей всего. Есть большие розетки, есть маленькие, самые разные, кому какие нравятся. Сейчас покажу вам просто для цвета. Посмотрите, какие розы просто. Пока время есть, я, наверное, попробую ценники поставить. А, ну попытайся. Пестренькие есть розеточки. Кудрявенькие тоже. А вот тут просто расписные, не просто пестрые, а прямо такие расписные, как будто бы раскрашенные кисточкой. 500 рублей вот такая розеточка. Как-то мне попалась большая, и я прямо не могла оторваться. Понравилось так. 500 рублей вполне доступная цена. Большие были намного дороже. И вот красивая тоже розетка. Ну, розеток красивых много. Вот я, например, не знаю суккуленты. Я просто визуально смотрю. И мне хочется все время перевести камеру еще на одну розетку, еще на одну розетку, еще на одну розетку. Потому что каждая из розеток очень красивая. Как эти говорят? Не операторы, кто? Блогер, да? Покажу вам сейчас контакты. И на каждой выставке причем. Так вас же показывают, вас же транслируют в Ютубе. В Ютубе, да? Да. А большое я говорю. Да, я скажу. Хороший блогер. Контакты Ирины. И следующее рабочее место — это у нас Людмила. У Люды всегда тоже эксклюзивчики. Сейчас мы на ее полочке позаглядываем. Это агава. Кстати, я сразу покажу контакты Люды. Кстати, агава есть и вот такой ежик. Красивый, очень симпатичный. Ну и начинаем смотреть. Красивые филодендроны. Pink Tong 5000. Карло варигатный 6000. Увеличим пятнышко цветное вот там на листе. Сверху уже укорененные, Люда, в амхе укореняет, вот там уже укорененные череночки эпипремнума, пенатум Gold Flame. Мы с вами... Причем очень много, они от 800 рублей, угу. А все с корнями очень-очень. Это Monstera Viridiana, угу. И эти Golden Flame, все укорененные, все, ну, сколько они?
800 рублей есть малыши с корнями. И монстера личлериана, она будет с большим резным, очень пестрым листом. Посмотрите, даже детки. Да, если вы помните, я показывала свою маленькую, которую я покупала здесь у нас на выставке. Она очень заметно подрастает, и лист все краше и краше. И я вот смотрю, что там цена 800 рублей на череночек. То есть это нормальная цена для именно этого сорта монстеры. А вот вижу такое еще. Монстера Бурли Маркс Флейм. Посмотрите, это какой лист. Очень редко. На следующую выставку привезу резную. Это она же должна разрезаться? Да, она режет где-то с 5-6 листа. Она очень редкая. А вот, вот это на картиночке она, да? Посмотрите, как интересно, такими язычками, флажками сейчас листик, а потом он станет очень-очень резным. Красота вообще. Ну, мы с вами уже смотрели новые сциндапсусы, которые сейчас стоят дорого, но на расцветку полюбоваться хотя бы, это прямо то, что вот нужно. То, что нужно увлеченному цветоводу. Посмотрите, сильвер. Какой-то сильвер. То есть он серебристым будет. И рядышком Аурея Сатин. Нет, ну красавчики, конечно, никто ж не спорит. Красавчики. Но и ценник у них, да, достойный тоже. Это у нас тайское созвездие. Сейчас тоже заглянем. 2,5 череночек. Любителям ароидных сейчас раздолье. Огромное количество интересных предложений, поэтому... Вот. И, а плюс еще к тому, что сейчас мы с вами уже говорили, что сейчас те сорта, которые 2-3 года назад были очень дорогими, сейчас недорогие. Вот, например, филодендрон Мамей стоит 500 рублей, тогда как полтора года назад он стоил 3500. То есть сейчас вот как раз можно пройтись по цветочным рядам и найти то, что хотелось, но было очень, скажем, дорого. А сейчас уже не очень дорого. Ну и плюс к этому очень-очень много всевозможных спатифилиумов. Ну, спатифилиумов немного, в принципе, немного сортов у нас на выставке водится. А вот антуриумов, да, антуриумы и замиакулькасы. Замиакулькасы. И это было цветочное место Людмилы. И это наша выставка, которая уже начинает работу. Пошли первые покупатели. И еще раз приглашаю всех любителей цветов к нам. Выставка работает 2 дня, 20 и 21 апреля.